Главная особенность выставки новогодних хоровод в том, что каждая работа сделана руками мастеров. Авторские куклы, новогодние игрушки в разных техниках и стилях, рождественские композиции, работы в технике декупаж и бумагопластики, ювелирные украшения, авторская одежда. Автор этого проекта Ольга Новак, она руководитель галереи авторских кукол «Абажур». И как раз вот мастерицы из этой галереи здесь у нас представляют свои куклы. Многие из их работ сейчас демонстрируются на международных выставках. Выставку посетила и подготовительная группа детского сада, которые рассказали интересные факты о празднике. Оказывается, на елях стали использовать верхушку пику вместо пятиконечной звезды после полета Юрия Гагарина в космос. Пика символизировала космическую ракету. Дети поделились, как они наряжают новогоднее дерево. Я могу туда повесить игрушку, или если меня папа поднимет, могу и звезду поставить. На выставке были представлены различные новогодние елки, каждая из которых выполнена в уникальном стиле. Это и Красная Москва, и Викторианская, и Лесная Шишка. Новогодний хоровод на выставке не поводишь, зато дети спели песню «Елочка», собравшись вокруг самого большого дерева. Мне вызывает восторг и у детей, потому что когда дети приходят после таких выставок, они и рисуют то, что они видели, и лепят. То есть это нужно. Это очень-очень нужно для нас, для всех, и детей, и взрослых. Выставка будет работать до 21 января. Успейте окунуться в мир сказки и волшебства всей семьей. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.